Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. И мы готовимся сегодня ко Дню Благодарения. И мы купили индейку. В этом году она у нас небольшая. Мы всегда брали 9-10 килограмм. В этом году мы взяли 5 килограмм. Ну и, соответственно, тут все ходят. Доча, зять, ой, что это за индейка? Нужно поехать купить большую. Ну и что вы думаете? Стекла с нее водичка, и она какая-то вся стала худенькая. Худенькая. Ну вот, я ее промокала тут, промокала бумажными полотенцами, драила, чистила. В общем, что мне нужно сделать? Я ее буду промазывать в этом году. Очень все у меня просто. Сливочное масло 250 грамм, 2 больших зубчика чеснока, прямо можно сказать, огромных, атомных каких-то. У меня красный перец, паприка сладкая, черный перец и петрушка, а также соль. Соль я куда-то убрала уже. И все это нужно будет мне в одной емкости размешать. У меня масло комнатной температуры. Видите, как оно хорошо промешивается. Сейчас я сюда сразу добавлю чеснок. Так, добавляем перчик черный по вкусу. Мы купили свеженький, так вообще аромат. Так, теперь красненького немножко для остроты. Ну и, как всегда, красной паприки для того, чтобы у нас был красивый цвет. И также я порезала маленький-маленький пучочек петрушечки. Он у меня замороженный был. Теперь я это... Так, также мне нужна соль, ребята. Вообще, всегда про нее забываю. Соль по вкусу. Так, у меня вот, наверное, чайная ложка здесь. Полная. Теперь это все промешиваем. Делаем такое пахучее маслице. Сделать я, значит, предварительно взяла и кожу всю, видите, отделила очень так аккуратненько пальчиками, и все у меня отделилось, и с ножек, и со всего, вот из грудки я все отделила вот так вот, видите? А вот это для чего, скажи? А вот эта штучка, она вытаскивается, вот так вылазит, когда уже готовая индейка. Первый год мы не знали, что это такое. По-моему, мы вытащили, да? А потом зачем-то затолкали снова. Но я точно не помню. Так, что мне нужно сделать? Масло, поверьте, у меня не такое соленое. Индейка может быть недосолена. Я ее сначала немножко посолю. И внутри мне надо... немножечко солью натереть, потому что реально не соленая бывает. Всегда боюсь пересолить. Еще надо? Чуть-чуть. Ой, много сильно. Нормально. Нет, я отсыплю. Ты что, так мало? Давай. Я боюсь, чтобы она не соленая была, не пересоленная. Так. В общем, и теперь я все это делаю руками. Мне нужно под кожу вот это вот масло сложить. Масло чесночное, запахучее. Это будет очень вкусно, когда это все будет там топиться, готовиться. Нереальная вкуснота будет это. Как это неудобно. Ну что делаешь? Я так счастлива, что я оператор, а не готовщик. Ну да, по-другому индейку никак сочную не сделаешь. Она сухая сама по себе, индейка. Еще такая неудобная. Да уж, в этом году, конечно, правда,
В прошлом году ты подталкивала прямо аж со всей силы, да? Не говори, она была такая плотная, как поросенок. Ну, представляете, 9-10 килограмм. В прошлом году меня не было, позапрошлом и первый год. Да уж. Ну, ничего страшного. Но мы решили попробовать поменьше купить, посмотреть, останется. Каждый год остается столько много. И не знаем, что с нее потом делать. То салаты придумывали, то еще что-нибудь. Нет, лучше свеженькое готовить. Да, просто надоело уже. Вот видите как? Остатки. Раз и расправил все тут внутри. И все, маслица расправлена. Ну да, это же не бетон. Надо ее промассировать. Массаж. Да. Индейки делаешь. Я думаю, я сейчас вспоминаю столы. Там, когда свиные головы делают, знаешь. Ну, так-то прикольно же, да? Да, вот единственное, интересно, что у нас все в этом году какая-то она рваная. Не знаю, как я ее... Может, зашить придется ее? Может быть. Даже и придется. Пластическую операцию сделать индейки. Сначала промассажировать, потом операцию еще. Так, мы ее сейчас натрем и оставим. Мы будем ее готовить только завтра. Что она будет делать, лежать? Она у нас будет в холодильнике лежать. Ну, не сутки. Ночь. Что она будет вылеживать? Вылеживать будет. Промаринуется получше вот этим. Она этим промаринуется? Ну, а что нет-то? Ну, окей. Все. Наступило у нас утро, и я ее индейку запаковала в фольгу и сейчас буду ставить в духовку на 400 градусов по Фаренгейту до часа на 3, наверное. Все ставлю в духовку разогретую. Прошло у нас 3 часа. Посмотрите, какая индейка. Она была под фольгой, я ее достала. Одной неудобно тут снимать и показывать. И смотрите, сколько тут сливочного масла. Я хочу ее немножко еще зажарить в духовочке сверху, чтобы зажарилась. Ну, дочь любит такую. Ну, сейчас прям буквально минут... Я такую люблю, все остальные 10-15, да, сейчас зажарим и покажем вам, какая вкуснотища. Итак, моя американская мама готовит грейви. Я попросила ее... чтобы я сняла, как она это делает. Она взяла воду из картошки, из толченой. Сейчас что еще она возьмет? Из индейки сейчас она тоже водички возьмет и добавит это туда. Okay. Turkey juice. Is your pro at that? How many years have you been making this gravy? Well, I don't know, probably 40. 40 лет уже этот рецепт у нее, этой грейви. Что-то надо вам это подать? Do you need anything else? Do you need, like, flour? I'm going to use some cornstarch so Jennifer and I can eat it, too. I brought it. Cornstarch? I brought it, but I don't know where I set it. Че, мама носит все с собой. Принесла cornstarch. Cornstarch – это мука, кукурузная мука, короче. И она у нее с собой была в пакетике. Запасливая мама. Да, она знала, наверное, что она это будет готовить. Я-то забыла вообще про это грейви. А я думала, вы не... Смотри, в водичке А я забыла про это. В водичке размешаю. Итак, добавляю теперь это стакан. Ой, в кастрюльку. And that's gonna, like, thicken up. And how long does that take? Not very long. Just till, because it's hot, so. Okay. Alright, ну и все, это надо помешать, помешивать, пока она не, как бы сказать, не схватится и вязкость не приобретет. Не знаю, сколько примерно она говорит. Минут 7, наверное, 8.
Он уже, она вязкость приобретает, и все, она добавляет, добавляет потихонечку. Итак, все это, по-моему, уже загустилось, но мама оставила на всякий случай водички с картошки. Я сейчас картошку толченку делаю, и уже загустилось, по-моему. Ну и сейчас она, скорее всего, с огня снимет уже прям буквально через какое-то время, и все, будет готово грейви. Все, индейка готова. Мы в прошлый раз не показали, как она приготовилась. Уже куски были разрезаны. Вот сейчас мы показываем вам. Индейка у нас готова. Давайте заодно стол покажем. Мы тут много сильно не усердствовали. А, что у нас? Ну, значит, это овощи. Овощи. Бабушка испекла тыквенный пирог. Мы не стали печь пирог, это потому что... Это без глютеина какие-то капкейки, да, или салат. Теперь здесь что? Это папа сделал, а, да? А, это стаффинг. Стаффинг. Окей, okay, еще стаффинг. Еще стаффинг. Это разные, да? Да, они? Один без глютеина, один с глютеином. Okay. Это без глютеина пирог. Пирог. И это салат фруктовый. И булочки. Это булочки. Это... И грейви. И сейчас еще две картошки у нас и ножки. Сейчас мы покажем еще за ними. Итак, папа. Different blade. Мой свёкор. What did you say? What blade? That's the only blade that we have. Don't you got some with serrated edge? No. Ginsu? Да, нож тупой. No, we don't have anything. You're just gonna have to work with that. Такие right. Ножи. Вот, Дэн. Вот это поострее, наверное. Так, короче, папа разделывает индейку. Папина задание всегда. Да, ой, это у нас же еще делает. Вот этот вот соус, мы не ну, стали его раскрой. Готовить, да. Сейчас раскрою. They can just kind of pull them apart. Blade. Okay. Так, все, весь стол готов. Сейчас покажем. Картошку можно было в красивое блюдо положить, но мы оставили в кастрюле, чтобы вот было наши ножки, чтобы было горячее. Клюквенный соус. Да, из баночки. Грейви. Ну и все, уже индейка показывали. Индейка пропеклась, смотрите, косточки. От кости аж отстает, да. Такая вкусная. Доча попробовала, сказала, вкусно. Очень вкусно.